Сегодня российское общество испытывает дефицит духовных скреп, милосердия, сочувствия, сострадания друг другу, поддержки и взаимопомощи. Дефицит того, что всегда, во все времена, исторически делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились. Президент России Владимир Путин. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Это телевизионная программа «Скрепы» и я, ее ведущий Роман Балашов. Программа, в которой мы обсуждаем наиболее сложные и глубокие проблемы современного российского общества через призму вечных вопросов. Пытаемся разобраться и понять глубинные мотивы и причины происходящего. 25 июня мы с вами празднуем День единства славянских народов. На фоне трагических событий, которые ежедневно разворачиваются на Украине, этот праздник приобретает особое звучание. И сегодня мы постараемся изучить и понять источники этого единства. Мы постараемся найти те скрепы, благодаря которым, несмотря на все попытки наших противников, три братских народа – русский, украинский и белорусский – всегда будут единым целым. Какие же общие духовные скрепы были заложены нашими предками при возникновении того самого великого русского мира, Святой Руси, на фундаменте и наследии которой возникла и существует великая славянская цивилизация трех братских народов. Великий русский ученый Дмитрий Сергеевич Лихачев так писал о единстве наших народов. Русские, белорусы и украинцы не только родные по происхождению, по языку, по современной культуре. У нас великое прошлое. Период 11-13 веков – это период полного единства, когда наша общая литература жила единой любовью к общей родной Руси, едиными идеями и едиными интересами. Мы – народы-братья, и у нас одна любимая мать – Древняя Русь. Мы очень похожи в нашем отношении к миру, друг к другу и окружающим нас людям и народам. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин очень четко выделил эту общую для всех нас особенность, которая не только выделяет наши народы, но и формирует наш уникальный культурно-генетический код, делает нас единым русским миром. Человек русского мира прежде всего думает о том, что есть какое-то высшее моральное предназначение самого человека, какое-то высшее моральное начало. Поэтому человек русского мира обращен больше не в себя любимого, он развернут вовне. Это великое единство трех славянских народов выросло и состоялось на величайшем в мире фундаменте, имя которому православная вера. Именно в православной вере эта вселенскость человека русского мира получила свое окончательное и высшее завершение. И именно поэтому неразрывными духовными нитями связаны наши православные центры Киево-Печорская лавра и Дивеево, Троице-Сергиева лавра и собор Святой Софии в Новгороде, Крым и Соловки, и десятки и тысячи больших и малых православных святынь, которые наряду с кровным родством объединяют нас общей верой и общей судьбой. Наши народы прошли через множество испытаний, и одним из самых серьезных для них стал XVI век, когда на прочность проверялась основа нашего единства, наша общая православная вера. Нам сейчас сложно даже представить, через горнило каких испытаний прошли братские украинские и белорусские народы во время нахождения в составе Речи Посполитой. В 1620 году волынский депутат Сейма Лаврентий Древинский в своем выступлении так охарактеризовал притеснение православных граждан властями этой страны. Храмы запечатаны, в монастырях запирают скот, к больному нельзя идти со святыми дарами, дети умирают без крещения, а взрослые без причащения. Тело православного можно вывозить только воротами, которыми вывозят нечистоты. Этот период нахождения украинцев и белорусов под польским гнетом дал нашей церкви большое количество мучеников, которые предпочитали саму смерть измене родной вере. Наиболее наглядно это проявилось во время насильственного навязывания православным так называемой Брестской унии. Один из наиболее почитаемых на Украине и в Белоруссии святых является малоизвестный у нас священномученик архидиакон Никифор Парасхис Кантакузин, который предпочел смерть в польских застенках
предложению об измене православной вере и осудил Брестскую унию как измену делу православия. Зная, что он обрекает себя на смерть, он решительно заявил: «Все мы, православные, не только находящиеся здесь на соборе, но и оставшиеся по домам, решительно не желаем унии. Через общую историю, общую веру и общих святых единство трех братских народов получила новое наполнение, которое было пронизано такой силой, о которой великий сын украинского народа Богдан Хмельницкий писал: «Как нельзя разделить Святую Троицу, Отца, Сына и Святого Духа, это един Господь Бог. Так нельзя разделить Россию, Украину и Белоруссию. Мы вместе, Святая Русь». Еще одним тяжелейшим испытанием нашего единства и нашей веры стали 20-е годы прошлого века, когда громадное количество русских, украинских и белорусских священников предпочли мученическую смерть измене родной вере. И именно поэтому в соборе новомучеников и исповедников соловецких мы вспоминаем епископа Могилевского Иосафа, викария Черниговской епархии, епископа Дамаскина, епископа Прилуцкого, викария Полтавской епархии, епископа Василия и многих-многих других, прославленных Русской Православной Церковью. И сейчас перед нашими народами стоят глобальные вызовы, связанные с изменением главного вектора развития европейской цивилизации – отказе от христианских основ. Сейчас на Украине разворачивается масштабная драма, когда пришедшая к власти горстка прозападно ориентированных политиков пытается, как и 400 лет назад, расколоть наше православное единство, навязать украинскому народу чуждый его нравственным и историческим и духовным корням выбор в пользу богоборческой западной цивилизации. Все это сопровождается легализацией самых тяжких для любого православного человека грехов, превращение Киева, колыбели православия, матери городов русских в новый Содом и Гоморру. Современные украинские политики пытаются перерубить те исторические, культурные и духовные нити, которые связывают наши народы, и о которых святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл говорил: «Три могучие ветви выросли из единого корня и из единого ствола». Но помнить мы должны, что не могут зеленеть ветви и тем более приносить плоды, если они будут отрублены от единого корня. Сохранить это братство, помочь народу Украины пройти через те тяжелейшие испытания, которые выпали на них сейчас, для всех нас значит сохранить верность нашей единой православной матери, Святой Руси. И с Божьей помощью мы с этой задачей справимся. Бережи вас Бог, заховай вас Бог, храни вас Бог и всего вам самого лучшего.